Да, друзья, еще один нюанс по Рено Клио. Значит, что еще обнаружено было по этой машине? Тоже хочу как бы сделать такой обзор. Человек, который клиент этой машины предыдущей, он перепутал шланги. Вот. И чтобы разобраться, нужно было как бы, ну, покопаться немножко, нам почитать, порыться, то есть. И, в принципе, прийти к логическому как бы определению, как правильно подключить эти шланги все. Вот. Когда, например, оригинальное все стоит, то там все по клипсам. Вот, например, первый шланг, например, обратка, которая поступает с форсунок, она перекачивается с помощью через перепускной клапан, течет на фильтр. Она позначена точечкой синей, вот синяя точка. Когда все родное, то тут клипса стоит синяя. Потом идем красная, красная вот точечка, красная точечка. Это шланг, который идет, уже возвращает обратку на бак. То есть обратка поступила и пошла на бак по красной. Это все понятно. Есть еще точечка, которая белая, и стрелочка, которая стоит от фильтра. Видите, вот она стоит от фильтра. От. Это шланг, который идет от фильтра на насос, на ТНВД. Вот он. Вот он у нас. Вот он. Вот. Это белая точка и стрелочка от. И есть еще один шланг, который у нас обозначен. Тут не видно, конечно. Не видно. Ой, не видно. А ну, Дэн, посвети, пожалуйста, мне лампой или фонарем с телефона. Очень важный момент. Разобрали, да? Синюю, красную. И вот еще кнопочка. Вот. Дэн, она так оттуда, отсюда, вот так вот посвети. Вот она, видите, вот там она вот виднеется. Во, вот видно. Вот. Это зеленая. Это шланга. Вот она, шлангочка. Вот это, вот она. Вот. Которая со второй грушей. Она из бака, вот, железная трубка, магистраль из бака на фильтр. Человек, предыдущий хозяин, перепутал, кинул вот эту шлангу сюда, а эту кинул сюда. Это была просто, ну, как бы, тактическая ошибка. Почему? Потому что, когда идет с центра, мы разбирали фильтра, выливается уже чистая солярка отсюда, чистая. А он перепутал, поставил сюда. То есть весь мусор, который был, благо там, что, допустим, там чистая аппаратура, да, то есть чисто все там, ну, хотя не бывает идеально чисто солярка, поэтому стоит фильтр тонкой очистки. Весь мусор шел на насос. На насос. Вот. Этот шланг закачивал, который на насос, закачивал из, ну, как бы среднего пространства, там, где должна быть солярка вокруг, которая фильтруется. А с центра, который забирается уже отфильтрованная, она бралась отсюда. Вот. Вот в чем суть. То есть очень важный момент. Синяя обратка, красная возвращается на бак, белая, которая идет на насос, и зеленая, вот эта вот зеленая, вот, идет с бака на фильтр. Вот. Хорошо, когда есть клипсы родные, но со временем как бы все как бы не все не вечное, тем более в автомобиле. Эти все вещи люди меняют. Понятно, что там завоздушивается все. Сейчас воздуха, кстати, нету. Нигде в этих в шлангах нигде даже воздуха нету. Все чистенько, все идеально. Вот. Я понимаю, что это быстро съемы, как бы они портятся, но хотя бы уже здесь соблюдать, либо в нете читайте, чтобы вы не попали на топливную аппаратуру, то есть на стоимость топливной аппаратуры. Насос плюс ремонт форсунок Delphi. Это не дешевое удовольствие на сегодняшний день. В принципе, все. Очень важный момент. Смотрите, ставьте оригинальный фильтр на Renault, только оригинальный Delphi. Кстати, его номер... Номер на свон. Delphi написано HDF941. HDF941 Delphi. Вот, ставьте только их, только Delphi. Вот, и у вас не будет никогда проблем. Ну, конечно, как бы, суть в чем, что воздух,
Когда завоздушивается и поступает воздух на насос, воздух тоже убивает топливную аппаратуру. Почему? Потому что аппаратура должна смазываться соляркой. Тут нету масла никакого. Тут смазывается все солярой. Поэтому очень важно, чтобы было отсутствовал воздух, ставить какие-то, ну вот как здесь, может быть, кусочки там, какие-то прозрачные слои. Лучше, конечно, идеально это прозрачное все ставить. Но в данном случае, допустим, стоят такие патрубки, мы сейчас поставим гейтс, естественно, чтобы, то есть, хорошие хомуты, хороший шланг, и не перепутать эти местами шланги ни в коем случае, не эти, не эти, не эти, не эти. То есть, все есть, вся информация есть в интернете, все общедоступно сейчас. В принципе, все, да? Все, в принципе, теперь все по Renault Clio. Вот такие вот детали, именно в деталях кроется как бы ответ на вопрос, почему не заводится. Денис, а ну, заведи ее, пожалуйста. Вот так вот, ребят. Всем благословений. Соблюдайте порядок подключения шланг, подачи и всего остального. Все, всем удачи. Благословений. Пока-пока.